Барокамеры, похожие на космические капсулы, мультфильмы для того, чтобы не было скучно, и даже телефонная связь, чтобы справиться от самочувствия пациента. Как дела, Сережа? Все хорошо? Осталось 3 минутки. Все это больше напоминает увлекательный квест, а на самом деле так проходит сеанс гипербарической оксигенации в Брестской детской областной больнице. А если перевести с медицинского языка, это насыщение организма человека кислородом под высоким давлением. Сюда приходят дети по назначению лечащего врача, но мы обязательно осматриваем их, изучаем историю болезни и назначаем определенную схему лечения в зависимости от того, какое заболевание, какие сопутствующие патологии, ну и какой возраст, конечно. Показаний очень много, но основную группу составляют пациенты хирургического профиля. Здесь быстро затягиваются плохо заживающие раны, лечатся переломы и травмы мягких тканей. Идут на поправку пациенты неврологического профиля, а также пациенты с патологиями сердечной, сосудистой и эндокринной системы. И это лишь очень малая часть из того, чем могут быть полезны сеансы гиперборической оксигенации. Пациентам очень нравится наша процедура, потому что после сеанса ГБО у них улучшается настроение, общее состояние. То есть они говорят, что после наших сеансов они стали гораздо лучше спать. Пациенты, которые переболели ковид, у них по показаниям восстановления, примерно после 7 сеансов говорят, что у них уже наконец-то появился вдох. Сеансы насыщения кислородом полезны не только детям, но и взрослым. И эту процедуру не может заменить даже круглосуточное пребывание на свежем воздухе. Ведь оно не способно устранить кислородную недостаточность. Во время сеанса количество кислорода в крови человека возрастает в несколько раз. Облегчается его переход в клетку и усвоение. В результате восстанавливается клеточный метаболизм и увеличивается выработка ею энергии, а пациент в подавляющем числе случаев отмечает значительное улучшение состояния. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.